дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем детскую жилеточку, такую симпатюлечку. Вот, мне понадобится спицы 3,5 миллиметра, пряжу я взяла моего чешского производителя Дец. Это акрил, антиаллергенный, и вот именно единственная из всех пряж, которая прошла тестирование институтом текстиля. То есть это тестированная пряжа, абсолютно безвредная для деток, поэтому она классифицируется как детская пряжа. Вот такая вот. Значит, 100 граммах 416 метров, цвета там бесподобные, и на ощупь она очень такая мягенькая, хотя это акрил. Вот. Два маркера у меня будет, и пуговицы, которые я пока еще не купила, но в процессе я их докуплю. Первым делом я набираю 62 петли. Рассказываю я именно такой размер, в процессе буду оговаривать нюансы для увеличения, уменьшения размера, так что смотрите видео до конца. Так, 62 петли. Далее вяжем лицевыми петлями платочной вязкой и лицевой, и изнаночный ряд. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Вот таким вот образом. Лицевыми петлями продолжаем наше вязание. Итак, видите, провязала я лицевыми петлями 4,5 сантиметра, и ширина изделия у меня... Вот здесь вот вы ориентируетесь на ширину, которая вам нужна. 25 сантиметров ориентировочно, пока еще оно не очень точно. Потом дальше скажу. Далее мы распределяем наше вязание на центральные косы и платочную вязку по бокам. Для этого считаем и кромочную. Вяжем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Отделяем маркером эти петли, мы все время вяжем лицевыми, то есть платочной гладью. Далее переходим на узор. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, и так далее. Пока на спицах у нас не останется 10 петель. Последние 3 петли лицевые, 2 изнаночные. Одеваем маркер. И последние 10 петель вяжем лицевыми. Это опять же наша платочная гладь. Кромочная, изнаночная. Всегда в этой модели кромочная, изнаночная. Так, вяжем лицевый, изнаночный ряд, лицевый до маркера вяжем лицевыми петлями. После маркера по узору 2 лицевые, 3 изнаночные. И так до следующего маркера. Видите, то есть по узору. Так, до маркера я довязала, далее до конца, после маркера до конца лицевыми петлями. И... Следующий лицевой ряд. Здесь мы продолжаем по бокам вязать лицевыми петлями. После маркера вяжем узор 2 изнаночные, там где 3 лицевые. Вот видите, мы вводим спицу в первую, как бы вот в окошечко, вот она петля, под ней ряд, еще один на один ниже, то есть спускаемся на 2 ряда ниже, вяжем 3 лицевые и снова из той же дырочки вытаскиваем петлю. Вот 2 изнаночные, еще раз повторяю, из дырки из второго нижнего ряда вытаскиваю петлю,
провязываю 3 лицевые петли, снова из той же дырки еще одну петлю вытаскиваем, то у нас получается вот 2 вытащенные петли, между ними 3 лицевые, и так до конца ряда, вернее до маркера, после маркера лицевыми петлями. Вот последняя косичка. Довольно свободно оставляем эти петли, чтобы они как бы такую пышную косу образовывали. Так, до конца ряда лицевыми. Изнаночный, 4-й ряд. Так, в изнаночном ряду между маркерами мы вяжем, как лежат петли, но вот эти вот вытянутые петли мы просто переснимаем нить перед петлей. Вот 3 изнаночные, переснимаем, видите, нить перед петлей. Эти вытянутые дополнительные петли мы не провязываем, мы просто их переснимаем. У нас 4-й ряд. Так, лицевыми до конца ряда. И 5-й ряд. Теперь мы эти вытянутые петли будем провязывать изнаночные 2, провязываем изнаночными, и вот эту вытянутую следующую лицевую провязываем вместе лицевой, средняя лицевая. Вот здесь вот надо поменять вот эти вот заднюю переднюю стенку, поменять местами, чтобы оно красиво. Передние не надо, вот эти вот просто провязываем. А вот эту петлю мы так снимаем и переодеваем. И провязываем. Так, до конца ряда. Таким вот образом. Далее, это у нас 5-й ряд. 6-й ряд мы вяжем по узору. То есть до маркера лицевой гладью. После маркера как лежат петли. До следующего маркера. И после маркера в конце тоже лицевыми петлями. И далее продолжаем вязать узор, начиная с 3-го ряда. Вот начиная с ряда, где мы вытаскивали эти дополнительные петли, мы повторяем вязание. То есть раппорт состоит из 4 рядов, с 3 по 6. Всего сейчас посчитаем, сколько у меня кос. Ой, здесь у меня лицевые. Вот она моя деталь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 косичек у меня по центру. У вас может быть больше. Если вы вяжете на ребенка побольше, то у вас может быть больше. Добавляйте по 5 петель раппорт вот этого узора, если вам нужно шире полотно. Вот, можно 5, можно 10, в зависимости от того, сколько вам нужно добавить. То есть вы вяжете образец и добавляете столько, сколько вам нужно. То есть на нужную вам ширину. Я бы рекомендовала добавлять в узоре, не в платочной глади, а именно узор добавлять. Так, вот, девчоночки, смотрите, провязала я этим узором. Он примет вот такую вот красивую форму, потом растянется, когда после намачивания, да, я сейчас вам измерю, сколько я провязала. 15 сантиметров по итогу, где-то 15,5. Так, 15,5 сантиметров раппортов у меня здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 раппортов. Теперь я перехожу, значит, что хочу сказать. Далее вяжем мы ровно.
Что хочу сказать, вот эту высоту этого этой части определяем, вот длина всего изделия, допустим, у вас измеренная длина всего изделия минус где-то 10-11 сантиметров, не больше 11, в зависимости от возраста. Если ребенок постарше, то побольше, потому что в эти 11 сантиметров нам нужно еще провязать вот такую вот часть, то есть 4,5 сантиметра, остальные у нас уйдут на горловину, то есть 11 сантиметров мне не хватает до верха, да, скажем так. Вот сейчас я вяжу лицевыми петлями снова вот такую вот часть, как в начале. Здесь у меня будет, вот видите, уже маркеры я снимаю. И здесь буду провязывать все лицевыми петлями и узор доделываю. И изнаночный ряд у меня тоже будет лицевыми петлями. То есть сейчас я вяжу снова платочной гладью. Ровненько. Продолжаем. Смотрите, я провязала ровно столько, сколько у меня в начале. И получился вот такой вот квадрат. Да? Сейчас мне нужно сделать отверстие на горловину. Как мы его высчитываем? Таким вот образом. Ось заехала куда-то не туда, но не важно. Важно то, что вот эти вот три части, на которые мы поделим сейчас полотно, на три части. 1, 2, 3. Абсолютно одинаковые. То есть у меня 62 петли, вот, и я делю на три части, это 20 петель, и остается 2 петли, которые я вовнутрь и перемещу. То есть здесь будет 20, 20, 22. Вяжем 1, 2, оставляем эти петли, теперь закрываем средние 20 петель. Провязываю 2 петли, вот таким вот образом я буду закрывать. Продевать вторую через первую можно обычным способом, но если обычным, то здесь получается край погрубее, а если таким, то оно чуть-чуть нежнее получается, но это в принципе и не важно. Так, я не считаю, но посчитаю потом, чтобы в конце. То есть средние 22 петли я закрываю и буду вязать плечики отдельно, то есть каждую вот эти по 20 петель по сторонам. Вот оно, наше отверстие на горловинку. Теперь проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вот 10, 20 петель здесь у меня, 20 здесь, и закрыла петли на горловину. Теперь продолжаю вязать вот эту часть отдельно. Я провязала одну часть, вот смотрите, то, что я говорила, вот приблизительно от конца узора эта часть должна быть 10-11 сантиметров. Вот она у меня 10, и я решила, что хватит, потому что жилеточка у меня маленькая. Я здесь пишу 10-11 сантиметров приблизительно. Теперь мы оставляем эту часть и переходим ко второй. Точно столько же мы вяжем вторую часть. Вот сейчас я подвину, а эту я оставляю побольше, не привязываю. Оставляю побольше вот здесь вот ниточку, потом мы ее просто проденем. Я все покажу и замаскируем это все дело. Вот так вот просто я его висящую оставляю, потому что здесь у нас открытые срезы и узлы будут все видны, поэтому концы мы будем обрабатывать по-особенному. Так, ну все, сейчас я вяжу эту часть ровно столько же рядов, как и эту, и далее мы продолжим. Так, итак, вот смотрите, я провязала вторую часть, так, вот она, две части, и уже я провязала один лишний ряд. Теперь
нам нужно, теперь нам нужно восстановить петли. Можно, конечно, набрать вот таким вот обычным способом, но он будет некрасивый край. Я буду набирать петли при помощи крючка. Я надеюсь, вам хорошо видно. Вот так вот цепляю крючок, петелечку как бы из основной пряжи. Так, цепляю вот эту нить, завожу как бы за крючок, за спицу, захватываю основную нить и провязываю цепочку. Вот таким вот образом я набираю вот эти вот петли. 3, 4 при помощи крючка, 5, 6, 19, 20, 21 и 22 одеваем вот эту вот с крючка. Все, я восстановила петли, теперь я присоединяю вторую часть и вяжу платочной гладью целое опять цельное полотно. Вот эту нить пока еще оставлю здесь, потом мы с вами ее проденем. Так, вяжем лицевыми петлями снова как бы целое полотно. Так, вяжем ровно, мы ровно столько, сколько у нас вот это вот расстояние, девчонки. У меня это было 10 сантиметров, к сожалению, на моей схеме. Вот это должно равняться этому. Это неправильно. Схему я потом перерисую. Схему я потом новую я перерисую и выложу нормальную в Инстаграм, пропорциональную, чтобы вы могли ею пользоваться. Так, теперь сейчас заделаем вот эти вот хвосты. Вот видите, сейчас я стягиваю и сюда такой себе узелочек сделаю маленький и продену ниточку вот сюда. Это все делаем на изнаночной стороне, понятное дело. Так, и обрезаем. Вторая у нас, их две. Вторая вот здесь вот у нас тоже затягиваем. И... Так, отлично. Теперь мы, нам нужно сделать этот запах. Вот видите, вот такие вот выступы для застежки для нашей. Давайте еще раз сделаем контроль нашей детали. Вот он наш верх. Складываем. И вот мы должны находиться вот здесь вот сейчас. Видите? Вот я нахожусь именно в этом месте. Теперь мне нужно, опять же, при помощи крючка с каждой стороны я доберу по 12 петель. Так. 1. Одиннадцать и двенадцатую я одеваю с крючка. Вяжу лицевыми петлями, так как, девчонки, я обещала в начале этого ролика, что я побегу за пуговицами, но я за ними не побежала. Я вспомнила, что у меня все еще не израсходованы вот эти большие бусины, поэтому вместо пуговиц я все так же буду использовать эти бусины, пока я их не использую полностью, потому что они у меня есть, и мне просто не то чтобы жалко, но с бусинами получается наряднее. В вашем случае не обязательно бусины. Вот эти 12 сантиметров, сейчас мы провяжем ряд до конца и здесь вот еще добавим 12 сантиметров. Значит, в вашем случае не обязательно бусины. Я это делаю только потому, что они у меня есть и мне хочется их использовать. Могут быть пуговицы, контрастные, какие угодно, всякие, даже связанные вручную. Кто? Так, довязала я до конца ряда. Теперь я здесь добираю тоже 12 петель. Так, теперь я вяжу ровно, какое-то количество я провяжу и буду делать дырочки для пуговиц. Я вам потом, буквально сейчас, через пару секунд, это все объясню. То есть сейчас я вяжу ровно.
Так, ну вот, девчонки, привела я схему в нормальный вид, потому что мне прям стыдно было. Вот, я уже провязала две дырочки. Сейчас я вам покажу, как я их делала. И я делаю маленькие, потому что у меня будут бусины. Между дырками расстояние 8 рядов. Дырка включает в себя 2 ряда. То есть всего 10 рядов. Вот. Вначале я здесь провязала 6 рядов до первой дырки. 6 рядов. И сделала первую дырку. Так, смотрите, что у меня. Так, и дырки. Значит, первую снимаем. 2 провязываем лицевой. То есть 3 петли. Четвертую и пятую я провязываю вместе и делаю накид. Вот и это и есть наша дырочка. Вот она будет в изнаночном ряду. Все вяжем лицевой петлей. Точно так же и с другой стороны. Сейчас я вяжу в конец ряда. Вот. Сделаю вторую дырку. И провяжу изнаночный ряд. Это и будет 2 ряда, потом 8 рядов и делаю следующую дырочку вот таким вот образом. При моем количестве рядов это будет 8 дырок. Количество рядов считаем по вот этому, вот этой высоте. Вот она, вот отсюда сюда. То есть вот это количество рядов нужно распределить равномерно на дырки. Это если вы будете вязать другой размер. Вот. То вы просто берете то количество рядов, которые вы провязали до платочной вязки, и распределяете это количество рядов на дырочки. Так, довязывая до того момента, пока на спицах у меня не будет 5 петель. Теперь делаю накид. Провязываю 2 вместе, вот точно так же, как в начале, только в конце, и 3 петли в конце. И вот вторая дырка у меня готова. И так продолжаю я вязание, делая дырочки. Итак, финал. Я сделала 8 дырочек. Здесь я пришила бусины. И вот сейчас благополучно я их застегиваю. Вот такая вот жилетка у нас сегодня получилась, девчонки. Единственное, что хочу сказать, отметить, что вяжите заднюю часть немного длиннее, чем переднюю, потому что косички у нас тянут вверх, а платочная гладь наоборот уменьшает как бы в длине. Поэтому, на мой взгляд, рядов 6-8 нужно связать на задней части больше. Сейчас я застегну пуговицы и измерю. Я думаю, я все сказала, да, что я сделала 8 пуговиц, 8 дырок, потом провязала еще 5 рядов и закрыла все петли. Все, думаю, понятно, я там ничего не упустила. Вот, по поводу размера. Отталкивайтесь сначала от длины и от ширины. Как добавлять сам узор, я уже говорила. То есть сначала ориентируйтесь на ширину при наборе, а потом уже при определении горловины, вот этой конца вот этого узора, на длину изделия готового. Как определить размер, что да, берете ребенка и меряете, или вещицу его. Вот. Вот и все. Так, вот моя жилетушка. Очень мне нравится. Схемку тоже я сфотографирую, выложу в Инстаграм. Кто. А, сейчас давайте мы сейчас промеряем это все дело и пропишем в сантиметрах. Так, ширина у меня, я буду здесь мерить, потому что как бы здесь уже другая ширина, 24 сантиметра. Далее у меня добавляется 5 сантиметров, и здесь 5 сантиметров. И длина у меня получилась всего изделия 29 сантиметров, ну вот почти 3. 29 сантиметров длина. Вот, с шириной, с этими запахами, как бы, ширина, соответственно, больше. Это 26 сантиметров.
Вот по сантиметру здесь как бы добавилось. Ну, это на свободу облегания, скажем так. Вот такая вот жилетка у меня сегодня. Девчонки, вяжите своим любимочкам, дочечкам, внучечкам. Я думаю, им понравится. Вот. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.